Ровно месяц назад наша съемочная группа приезжала на перекресток улиц Ефремова и Шигаева. Ремонт этого участка дороги тогда еще был в стадии зарождения. Сегодня дорожное полотно выглядит иначе. Подготовительные работы завершены. Осталось положить верхний слой асфальта и заняться тротуаром. Андрей Тюрин и Дмитрий Вавилин осмотрели объект, а глава управления дорожного хозяйства Игорь Бычков предоставил отчет. В принципе, основные работы здесь идут впереди графика. С такими темпами я ожидаю, что в течение 2-3 недель основные работы закончатся, останутся только отделочные. Министр транспорта напомнил о том, что в области реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Чтобы выполнять стратегическую задачу, необходим контроль качества. Ингредиенты для покрытия регулярно проверяются в лаборатории на соответствие ГОСТам. Тем более, что в этом году стандарты поменяли гражданство и стали германскими. Битум со специальными добавками и щебень стабильной фракции должны ощутимо продлить жизнь асфальту. Да, сегодня у нас предыдущие годы гарантийный срок был установлен 4 года, межремонтный срок 5 лет. Вот по новым ГОСТам, по новым технологиям межремонтный срок увеличивается до 12 лет. В той же компании мы отправились на другие участки, которые ремонтируют в рамках нацпроекта. На проспекте Гая работы в самом разгаре. Все бы хорошо, но жаль молодые деревья, которые пострадали от манипуляций с почвой. На это обратил внимание первый зампред правительства Андрей Тюрин. Однозначно могу сказать, что работы не будут приняты, пока новые деревья не будут высажены в осенний период, когда там погодные условия позволят это сделать. Далее мы побывали рядом с аллеей строителей на 12 сентября. Там приводят в порядок и проезжую часть, и тротуар. На данный момент участки на улицах Корсунской и Пушкинской готовы. То есть когда закончатся они должны быть? Ну, здесь они заканчивают где-то в течение 3-4 недель, они работы завершатся. Останутся только отделочные, что-то там подкорректировать, поправиться. Дорожный пресс-тур завершился на улице Тимирязева. В этом месте занимаются рельсами. Более 860 метров путей должны быть заменены. Вслед за ними займутся и проезжей частью. Там же Андрей Тюрин поделился впечатлениями от объезда. Много замечаний к пешеходным переходам, к перекресткам, которые необходимо доработать. Сегодня такую задачу комитет городского хозяйства по дорогам получил. Все объекты, на которых мы побывали, должны быть готовы к 1 сентября этого года. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.